Итак, дамы и господа, всех приветствую на своем канале. У микрофона, как обычно, Бог, и мы сегодня снимаем третью часть легендарного сайта шанс.gg. И в прошлый раз нам удалось подняться опять до бабочки, которая стоит, напоминаю, 55 тысяч рублей. И сегодня мы попытаемся из нее сделать больше 100 тысяч рублей. Если хотите посмотреть, что у нас получится в итоге, обязательно досмотрите ролик до конца. Чтобы у вас было больше мотивации это сделать, предлагаю поучаствовать в моем ежедневном конкурсе. Сегодня будем разыгрывать 132 рубля на ваш Киви кошелек. И для того, чтобы принять участие, нужно выполнить всего лишь одно условие. Написать к этому видео 900 комментариев. А уже завтра в моей группе ВКонтакте, как обычно в прямом эфире, я подведу итоги. Не будем больше вас долго задерживать, давайте начинать. Итак, ребята, шанс.gg, с нами сегодня Санек. Всем здравствуйте, дорогие друзья. Да, вот он, я не знаю, как вам объяснить это все, но новые видосы с вебкой, всякие истории в Инстаграме, если подписаны, должны знать, да. А все это есть, как бы Саня к нам прилетел в Сочи, и будем записывать ролики вместе. Короче, есть рефералка, легендарная просто рефералка, 531 реферал, ребята, вы можете поддержать меня, стать спонсором, но все это делается не просто так. Если вы переходите по рефералке, вам сразу доступен код «Бог3топора», вводишь его в бесплатные монеты, нажимаешь «Активировать код», и абсолютно бесплатно любому из вас, кто только зарегается, будет доступно вывести $0.5. Также на сайте присутствует система халявы. Что это значит? Каждый день, если у тебя есть кейсы, вот эти кейсы получаются путем поднятия уровня, а уровень поднимается путем выигрыша ставок, то ты можешь каждый день открывать любой из этих кейсов, которые у тебя есть в профиле, и сразу же скин себе выводить. То есть в краш-сайте есть такая тема. Смотри, что нам выпадет. Блин, ты понимаешь? Ёлки-палки, Так, Сань, я помню, ты достаточно эмоциональный игрок в этой всей теме. Бомбил ты знатно. У нас есть бабочка. Смотри, она стоит 612 баксов. Нам нужно сделать из нее $1000. То есть, ну, довольно-таки, я бы сказал, нихуя себе, как ты понимаешь. Ну, да. Что делаем? Командуйте, сэр. Ну, давайте сделаем, знаете как, два скина по $100. Давай, только обещай мне говорить громче, потому что микрофон далеко от тебя, и тебе нужно прям чуть ли не вот так вот говорить. Хорошо. Давай, соберись. Да. Собирались. Нихера себе коэффициент, смотри, почти сотка. Что? Ну, не отвлекайся, давай. Да, это же не мы ставим, да, извиняюсь. Ёпт. Все так, дальше что? Купить. У нас еще есть $444 на балансе. Так, берем еще один, давай за сотку. Давай за сотку еще один, хорошо. Дальше мы берем 4 скина так. По 50. И вот так вот, раз, два, три, четыре. Ну, пусть 150 в резерве останется. Ну да, чтобы вот так. Короче, поделили инвент, нам сегодня нужно что-то поднять. Я тебе всегда говорю про шанс, но это капец. Ты посмотри, 108, 9, 25. 25. Просто что происходит? И опять и он, понимаешь, что-то... Ну что такое? Что мы делаем? Какая у нас сегодня тактика? Расскажи. У нас сегодня тактика будет заключаться в... тихом, спокойном. Че, фармить будем просто потихонечку? Да. Я просто не хочу жить, что? Потому что я понимаю тебя, ты сейчас будешь бомбить на эту тему. Деньги, конечно, большие, я не спорю. 55 тысяч рублей примерно у нас на балансе. Что происходит? Как может быть такое? А почему после такого кэфа он опять прет? Вот реально, это просто, ну, странная какая-то тема. Типа, ну... Ты, блин... Алло! Да все, крашнись, хватит! А мы как будем играть? Понимаешь, что? Как нам? Во, 38x. Вот как? Я сейчас боюсь ставить, ну, не знаю. Блин, давай один и... Господи, один. Один скин, ну давай, на что ставим? А, 1-1? Да, не, ну, хорошо, давай. Ну, блин. А, нет, 4... А, блин, я вещи... Давай. Оп, не успел. Нет? По-моему, не успел. Да, не успел. Слушай, ну, пацаны тоже достаточно быстро выводят, сыкуют. А он не собирается останавливаться. Да, как так можно? Вот... Мы еще не сделали ни одной ставки. Окей. Я предлагаю пожестить немножко. Ну, давай, да. Потому что, ну, как-то... Вы у нас жесткий человек, я в курсе насчет этого. Берем ножик. Коэффициент, выбирай. 1,5. Давай 1,39, страшно. Ладно, 1,30. Ладно, вот, 1,30. Блин, когда я говорю топить, он... Да я не знаю, просто сейчас крашнется. Смотри, сколько коэффициентов, он сейчас может не дойти, реально. Есть шансы, что мы... Хотя нормально. Фу. Сколько мы выиграли? Мы выиграли 60 долларов. 4 тысячи выиграли, охренеть просто. Так, давай попробуем скинуться $100, довести 2x. Это жестко. Это жестко, но мне кажется, он не дойдет. Давай 1,5. Ребят, ну просто наша итоговая цель сегодня — поднять $1000 и вывести в инвент, и как бы не париться. Я не знаю, получится у нас это сделать, пожалуйста, или нет. Пожалуйста, так. Но 2, это жестко. 3. Слушай, почти. Есть? Есть.
Плюс 50 долларов, вообще нормально. Сколько? Я не понимаю, как работает этот Но сайт. Ну, он дает, понимаешь? Он я, дает. Я просто не понимаю, как работает этот так, сайт. Так, давай попробуем 2.5. Жестко, да? 2.5. Да, 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 именно так, что? Ребята, мы сегодня играем. Что он делает, дорогие друзья? Блин, ну шанс реально прикольный сайт. Он прикольный, но я боюсь, вот честно. Ну, смотри, какие кэфы стали. После таких кэфов... И он все равно доходит. Смотри, у нас прям реальная есть возможность. Мы еще ни разу не проиграли. Да ладно. 3. Да ладно, перчатки. А что за хрень вообще происходит? Сколько у нас? 680 долларов плюс на балансе. Да мы почти 1000 и подняли, Сань. Да нет. Что? Почти 1000. Дорогие друзья, вы все видите сами. 6x, ну это очень жестко. Это ну прям... блин, я просто не понимаю. Так, давай сейчас вот. Я думаю, что сейчас он будет крашиться, поэтому ну, мы потому ставим. Потому что оно слишком долго. Смотри, можно было столько денег поднять. Один раз он крашнул, конечно, но до этого. То есть он редко, но. Вот и всего ты пришла, сказочка. Так, окей, я думаю, что сейчас дальше нет смысла перед, ну, прям жестко топить. Также 1.25 ставлю. Ну да, по мне балансу. Кажется, сейчас будет он сливать. Вот. Ну, посмотрим. Ну, не бывает такого, что он прям постоянно выдает. Я тоже так думаю. Ублюдок, шанс. Хорошо, мы ставим ва-банк. Что? Давай. Что ты делаешь? Зачем? Мы сможем! 480 долларов! Пацаны, господи. Никогда не делайте то, что мы делаем. Сейчас сольет и пизда. Сейчас сольет. Он сольет. Хорошо. Сколько мы? 120 долларов сделали, прикинь, за 25 секунд. Охренеть. Оу, еще 150 на балансе, понимаешь? Мы в плюсах даже, мы даже в плюсах, Саня. Дорогие друзья. Это бомбеж. Так. Никогда так не делайте. А мы будем делать. Так, сколько? Вот я возьму 44 доллара, меняю. Быстрее. И на 5 вот так хера. Ты чё? Не, ну блин, если он ставит такие коэффициенты, почему нет? Так, купить. Возьмем, короче, с тобой, давай за 205 долларов скин. Крашну. Блин, 222 доллара. Вот такую автотронику. И будем пробовать ее поднимать. Ты понимаешь, что мы сейчас делаем? Вообще, это просто, я не знаю. Идем до конца, ребята. 1000 долларов да, или провал? Да, идем до конца, да. Пизда. Ну, блин. Так, дорогие, я сейчас ну, делаю... так тоже не бывает, что он постоянно будет я сейчас сделаю ва-банк. Зуб тигра вот этот. 1.25. Давай попробуем. Пожалуйста. Мы сейчас ну, до 1000 долларов. Да, пожалуйста. Если да, то да. Если нет, то пиздец. Пожалуйста, шанс. Охуенные коэффициенты. Нормально. Прикинь, 120 долларов просто за... Короче, блин, такая бабочка. Очень жалко ее сливать, но мы сейчас рискуем всем. Так будет интереснее, я думаю. Блин. Просто прикинь, если бы мы хотя бы довели до двойки, то все, это 1000 долларов. Да что ж такое? И вот сейчас вот непонятно, что будет. Абсолютно непонятно, потому что такие коэффициенты, потом видишь, ну это логично, что вот это вот выстрелит. Хоть раз оно как бы, ну оно должно было выстрелить. Но я не знаю, до каких пор он будет идти. Какой вот, предложи мне коэффициент. Я предлагаю 1.45. Это жестко, пиздец. Да, ну давай, ладно. Давай. Просто дорогие ставим друзья, 50 тысяч рублей. Последние бабки. Одной ставкой. Вот серьезно, последние бабки. На балансе, как вы видите, пожалуйста. Очень мало. Пожалуйста, шанс. Пожалуйста. Да ладно. Пожалуйста. Я не верю, что он дойдет. Есть! Да! 872 бакса. И понимаешь, одна ставка этого ножа решит все. Просто 1.15, как тебе? Нормально? Не сильно рискованно. 1.2, давай попробуем. 1.2, окей. Пожалуйста. Прикинь, если он сольет вот в последний момент. Тут не хватает 120 долларов, пожалуйста, пацаны. Пожалуйста, шанс. Пожалуйста. Ой, сердце бьется. Пожалуйста, да! 1034 бакса, и это все реальность. Так, что мы будем сегодня выводить? Давай посмотрим. Охренеть просто! Вот есть такой ножик, охренительный, градиент. Он стоит 80 тысяч рублей. Мы его выводим? Да. Дорогие друзья, спасибо тем, кто смотрел этот ролик, кто ставил лайки. Мы сегодня сделали просто какой-то потный, какой-то нереальный выпуск. И за это хотелось бы попросить у вас 1000 лайков под этим видеороликом. У микрофона был Бог, Санёк. В общем-то, мы пошли дальше записывать ролики. Ждите много контента. Ну, и всем... Всем пока-пока.